Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами, что помогает мне не бояться негативных комментариев. Во-первых, если дело касается больших платформ, то я не иду и не проверяю их постоянно. Единственное, что я иногда прошу мою команду делиться комментариями, которые вы оставляете, если это что-то вдохновляющее, либо если есть конкретные вопросы, по которым нужен мой инпут. Иногда люди идут все-таки дальше и направляют мне в сообщениях то, что им не нравится, и их мысли о том, что я все делаю не так. И в таких случаях я выбираю чувствовать любовь и сострадание к тому человеку, который меня это направляет, потому что если у человека хватает времени потреблять мой контент, который ему так не нравится, и еще и тратить время на то, чтобы писать мне негатив по этому поводу, то у меня просто нет мыслей, на что время человек не тратит, потому что у меня, к сожалению, нет даже времени на то, чтобы потреблять весь тот контент, который мне нравится. Поэтому если вы получаете или боитесь получить негатив, используйте это как напоминание. Только любовь и сострадание ко всем тем людям, которые тратят время на то, чтобы писать другим негатив.